Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Маленький такой ролик для рыбаков, для мужской части зрителей канала «Кратко про Албанию». Что у нас с рыбалкой? А вот давайте сейчас посмотрим. Итак, друзья, июль, вечер, центр большого пляжа, да, там, где все купаются, загорают. И прямо здесь, в самом центре, пожалуйста, видите, ребята вытаскивают свой невод, свои сети без всяких ограничений. Никто их не ругает, никто их не пугает. Более того, это собирает, видите, достаточно много зевак, всяких зрителей. Ну, видимо, народ надеется на то, что что-то здесь интересное выловят. Ну, ладно. Про что, друзья, ролик? Про то, что нету какого-то гнета, нету каких-то сумасшедших лицензий на вылов рыбы. Даже вот, пожалуйста, сетями и в центре пляжа. То есть в этом, друзья, есть дух свободы. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не терять его из виду. Ставьте нам лайк, тогда мы чаще будем снимать ролик и про рыбалку, и про горы, и про ВНЖ, и про национальные блюда, и про все-все-все. И звоните мне, если хотите приехать, поселиться у нас среди всех этих красот, что-то большое или маленькое купить, и получить ответ на все ваши хитрые вопросы про эту замечательную страну. Ну и, конечно, про рыбалку. Успехов!